Вера, можно спросить? Как друга? Валяй. Ты с Василием останешься? Нет, я чисто как друг интересуюсь. У меня шкурный интерес. Ну, вдруг ты решишь корни пустить в городе и остаться? А я бы не хотел терять такого хорошего напарника. Нет, не останусь, не переживай. Почему? Василий любит тебя. Ты вроде тоже его любишь. Нет, я, конечно, бы хотел, чтобы ты нашла себе мужчину получше. Типа меня. Да. У меня перед глазами до сих пор Зойка стоит. Она незадолго до смерти ко мне приходила и просила, чтобы я не забирала у нее мужа. Будто она жить не сможет. Как в воду глядела. Вер, я очень тебя прошу, не совершай моих ошибок. Не позволяй никому тобой манипулировать. Даже с того света. Вот я, к примеру, повелся на поводу у Насти. И что из этого вышло? Развелись, и в итоге я еще виноват остался. Понимаешь? Через 300 метров поворот направо. Зять не бедствует. Ну, видимо, да. Но мне все равно. Главное, чтобы сестру мою вернул. Здрасте. Здрасте. Вам кого? Меня зовут Вера. Я хочу увидеть свою сестру Екатерину. Это жена вашего хозяина. Они дома? Ну, к сожалению, увидеть не получится. Хозяев нет дома. Вот. А они улетели в медовый месяц. А когда вернутся, мне не сказали. Но они передо мной не отчитываются. А вы попробуйте им позвонить. Я звонила, они не отвечают. Ну, наверное, отдыхают. Извините. Всего хорошего. Да это вообще на Катьку не похоже. Ну, странно это. Не могла Катюха просто так улететь на море и нам не позвонить. Она, конечно, самостоятельная, но не очень. С виду только. А так мамина дочь. Ну, почему не могла? Для вас, женщина, медовый месяц – это святое. У нас он, когда сорвался, мне Настя такую истерику закатила, будто конец света случился. Так что они вполне могли купить какую-нибудь горячую путевку. По логике вещей, через недели две вернутся. Не знаю, может быть. Это же Вера. Вера! Ты чего? Мне показалось, меня позвал кто-то. Не слышал? Нет. Послышимся. Поехали. Закрой, тварь! Ах ты, тварь, а! Спасибо тебе. Обращайтесь. Вчера вечером на трассе в 5 километрах от города произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Ёшкин кот.
По предварительным данным, один человек погиб, второй в тяжелом состоянии, доставлен в местную больницу. Что? Что, Лидочка? Это же машина моего мужа! Ну вот, я же говорила, что твоя мать убьет Георгия, как и твоего отца. Нет. Она же ненавидела твоего мужа? Нет. Надо, обязательно ей надо отомстить. Нет. За мужа? Нет, этого быть не может, за нет. За за всю твою сломанную жизнь? Нет. Нет. Шеф, 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 кто такой? Вы должны это видеть. Степ, я только что с поминок, мне не до твоих вот, сплетен. Только что в новостях показали. Какие сплетни? Что показали? Вот, смотрите. Интересно, Веркина семья уже знает? По предварительным данным, один человек погиб, второй. Это же Гошкина машина. Так а я о чем? Непонятно только, погиб-то кто? Георгий, что ли, или Лида? Может, еще кто-то в машине был? Кошмар. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Надешлите смс-поведение. Давай так. Иди в гостиницу, сообщи родственникам. Я в больницу, узнаю все-таки, кто там погиб. Понял, шеф. Понял. Да не собираюсь я с ней цацкаться. Накачаю снотворным, сойдет за самоубийство. Ты же знаешь, вдовство мне к лицу. Стой! Стой! Помогите мне, пожалуйста, вызовите полицию! Умоляю вас! Отпусти меня! Помогите, он же меня убьет! Помогите, пожалуйста! Здравствуйте, я бы хотел... Здравствуйте, молодой человек. Посидите, видите, я разговариваю сейчас. А. Я позову вас, садитесь. Извините. Вот ваш номер. Угу. Всего доброго. Всего доброго. Следующий. Здрасте. Здрасте. Вот ваш номер. Угу. Всего хорошего. Молодой человек, что у вас там? Я тут у себя нашел. Мне кажется, я человека убил. Или двоих. Я не знаю, я не помню. Так с этого надо было начинать, молодой человек. Как? Как он? Плохо. Это еще хорошо, что он пристегнутый был.
А вот Людмила сразу того. Это я во всем виновата. Если бы я не попросила сделать этот фотопортрет женщины, то ничего бы не случилось. Виновата не ты, а тот, кто это устроил. Меня к нему пустили на 5 минут буквально. Он говорит, что машина специально выехала навстречку. Понимаешь? Так. Он успел Людмилу расспросить про ту женщину. Брюнетка, красивая, ухоженная, сразу видно при деньгах. Возрастом чуть младше Аллы. Ну что, значит, надо идти с мамой разговаривать. Я думаю, она должна знать, кто за этим стоит. Ты не боишься, что ей станет плохо от твоих расспросов? У нее же вроде как сердце. Боюсь. Я очень боюсь. А что делать? Ждать, пока еще кого-нибудь убьют? Пойдем. Ты понимаешь, что даешь показания против себя? Понимаю. Я просто боюсь, что могу еще кому-нибудь навредить. Но я, наверное, псих раз убиваю, не помню. Чистой воды признание. Да какое признание? Может, это чья-то шутка с этой подброшенной футболкой? И не факт, что там человеческая кровь. Нужно ее сначала на экспертизу направить. А вот этого вот, признальца, на психическое медосвидетельствование. Явно их клиент. Провалы в памяти на ровном месте. Да набухался, нашарялся, вот и провалы. Да я не алкоголик и не наркоман. Ну, бывает, выпью. Вань, ты рот сейчас закрой, а? Ты сегодня уже наговорил. На полжизни хватит. Додумался бы, хотя бы с адвокатом пришел. Эй, ты парня-то плохому не учи. Но отпускать-то все равно нельзя. Нельзя. Ладно, я договорюсь, тебе одиночку дадут. Сестра в курсе? Побоялся сказать. Прекрасно. То есть мне еще и Вере нужно сообщить. Вот так я? Так. Вот так я посижу. Спасибо. Угу. Ну что с Лидой? Ищут, мам. Но зато с Катькой все уже, слава богу, известно. Она на море, ты представляешь? Какая зараза, а? Да, зараза. Ну ты посмотри, а. Мы тут с ума сходим, она на море. Приедет, я ей поддам хорошенько. Ты посмотри, могла бы позвонить, хоть предупредить. Поросенок, а? Вообще на нее даже не похоже. Мам, почему ты мне никогда раньше не рассказывала про смерть отца? Зачем? Ну вот теперь знаешь. Он для меня умер, когда бросил нас, ушел. А когда уж там физическая смерть произошла, абсолютно все равно мне. А вы зачем спрашиваете? И все-таки, что с ним случилось? Говорят, несчастный случай, травма головы. А по мне так убийство. А почему ты так думаешь? Ну, потому что когда он нас бросил, вернее, когда он все выгреб, унес все наши деньги, к нам заявились 2 здоровенных амбала. Искали его. Их прислал муж, любовница вашего папы. То есть ты думаешь, что это они его убили? Да откуда я знаю? Ну, вполне возможно. Не бери чужое. Не бегай за чужими бабами. А муж этой любовницы оказался очень влиятельным человеком. Депутат. Ты знаешь его, Санников? Тот самый? Так он же криминальный авторитет в прошлом. Дядя Витя что, камикадзе? Дядя Витя Кобель. Даже под страхом смертной казни будет все равно увиваться за чужими юбками. Зачем вы все это спрашиваете? Мам, Лиду из больницы увезла какая-то женщина. Примерно твоего возраста. Я понимаю, это, конечно, маленькая зацепка, но, возможно, она была как-то связана с папой в прошлом. Отсюда вот эти вот приветы от Виктора, это ненависть. И когда Лиду украли... Сказали, что виновата во всем ты. Ты что хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что это Витина баба все это? За что ей на меня-то обижаться? Я в этой истории жертва. Он же меня бросил. Она что думает, что это я? Что это я Виктора убила? Мам,
Я правда не знаю, вот честно. Я просто хочу скорее найти сестру и уже поставить точку в этой во всей ужасной истории. Вот, дай мне. Не волнуйся, мамочка. Ты хоть ночью поспала? Я о Ваньке думала. Он вчера опять. Дурак. Ничему жизнь не учит. А если это все-таки он? Нет. Иначе я бы его лично в полицию отволок. У Ваньки кишка танка, даже в обдолбанном состоянии. Вера, ты чего? Я уже не знаю, что мне думать. Не надо, Вась, ну не надо. А как надо? А как надо? Я не знаю, как тебе, а мне сейчас очень плохо. Ну, побудь со мной немного. Я не могу сам себя обнимать. Мне очень жаль Зойку. Мне тоже. Извините, что отвлекаю. Мне сказали, что ты здесь. Да, я маму навещала. Вася уже уходит. Не, пусть останется, чтоб новость два раза не сообщать. Я по телефону не хотел. В общем, тут такое дело. Литку нашли. Она жива? Нет. А, ой, в смысле, господи, не нашли. А, речь об Иване. Он пришел в полицию с повинной, говорит, что это он убил Соню. И Зою тоже. Ну, в смысле, порезал. Поехали. Давай. Не надо, вот, пожалуйста. Я сказал. Давай, вот так. Одну. Еще одну. Вот так. Давай, давай. Вот так. Молодец. Рот открой. Умница. Послушай. Будешь послушной девочкой, и все будет хорошо. Мне просто нужна послушная жена. Мне дали пару минут. Вер, прости, я не мог иначе. Я когда эту футболку нашел, я так испугался. Это я, иначе откуда бы она взялась? Понимаешь, я просто не хочу, чтобы, когда в следующий раз у меня отрубит память, я напал на кого-нибудь из вас. Я не могу просто этого допустить. Я не знаю, что тебе сказать. Я пойму, если ты от меня отвернешься. Ну что ты такое говоришь? Ты мой брат, я от тебя никогда не отвернусь. Мы же семья, да, слышишь? Да. Я тебе хочу сказать, что я тобой горжусь. Не каждый человек может на такое решиться. Вот так вот прийти и признаться. Вера, мне страшно. А что, если кровь на футболке окажется человеческой? Она уже оказалась человеческой, это Зоина кровь. Совпадает, но... Хотела, чтобы ты знал, но ты ведь... Нет, Вер. Это я. Я не думал, что внутри меня живет монстр. Вань, я всегда буду рядом с тобой. Даже если я психопат? Серийный убийца? Ты в первую очередь мой брат, Ваня. С остальным мы разберемся. Мы со всем справимся. Остальное вообще не важно, слышишь? Вер, можно тебя попросить? Пусть батюшка придет. Ну, может, реально бес вселился, но... Ну, какой бес? Ну, что ты такое говоришь? Люди вон сами творят, не знаю, что без чужой помощи. Батюшку? Ну, конечно, я позову батюшку. Что с ним будет? Не знаю. Адвокат нужен хороший. У него вроде был. Ну что, подтвердилось? Он ничего не помнит. Но кровь на футболке совпадает с кровью Зои.
О, Зойкины родители. Ну, держитесь. Это все твой брат. Это он убил мою доченьку. Ирочка, Ира, успокойся. Тебе же сказали, Зоя сама умерла. А кто сказал? Кто сказал? Она или их дед? Я все про вашу семейку знаю. Я про вас справки навела. Это же они делали вскрытие нашей девочки. Они все сфальсифицировали, чтобы выродка своего прикрыть. Ишь ты, что придумала? Будто Зоенька сама себя до смерти довела. Она что, дура какая-то, таблетки какие-то неизвестные глотать? Эх ты, напраслину на Зоеньку навела. Перед людьми опозорила. Я же этого так не оставлю. Я и до суда дойду. Я вашу семейку на чистую воду выведу. Все, не бери близко к сердцу. Это она от горя. Я понимаю. Вера, вы с Серафим Ивановичем ничего там не нашаманили? Ты думаешь, я допущу фальсификацию? Ты нет, а вот твой дед. Ты по себе не суди. Я хорошо свою работу знаю. Если ты не веришь, делайте эксгумацию и вызывайте независимого эксперта. Я тебя уверяю, результаты будут такие же. Я тебя у машины подожду. Зря ты так с ней. Она бы никогда. Ты не зарекайся, я ее лучше знаю. Ну, после сегодняшнего, похоже, не очень. Давай. Вер, ну не злись ты на него. Ну, сказал, не подумав. С каких это пор ты стал защищать Василия? С тех пор, как понял, что он тебе дорог. Ну и к тому же, он имел право так подумать. Ну, только не говори, что ты никогда закон не нарушала. Я бы никогда не стала подделывать заключение. Ни ради Ивана, ни ради Василия. Во-первых, это легко перепроверить. А во-вторых, ты думаешь, я бы допустила, чтобы убийца гулял на свободе? Даже если это твой родной брат? Даже если это мой родной брат. Я лучше передачки ему буду носить в тюрьму, чем вот так вот думать, что он сейчас может кого-то убить и не вспомнить об этом. И виновата буду я, ты понимаешь, потому что я допустила. Может, мне с тобой пойти? Нет, не надо. Визит неофициальный, ты при исполнении. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы из меня. Ну, если что, я на связи. Хорошо, не волнуйся. Слушаю. Здравствуйте. Надеюсь, ты не додумался то же самое сказать моей внучке? Вась, ты что? Дурак? Ванька ее брат, она вполне могла бы. Нет, Вера не смогла бы. Ты забыл, что на момент вскрытия за решеткой сидел ты, а не Ваня? И заметь, Вера ни разу не усомнилась в твоей невиновности. Зато ты, друг мой, отличился. Поставил под сомнение ее порядочность и профессионализм. Молодец. Садись, Пять. Не знаю, может, она пыталась меня выгородить. Василий, если бы я или Вера знали, что перед нами убийца, мы бы сразу его изолировали. И неважно, о ком речь, о тебе или Ване. Мы защищали Ивана только потому, что были уверены в его невиновности. Ты думаешь, я мог спать спокойно, зная, что рядом со мной внучки, а с ним рядом убийца? Другой вопрос, что сейчас с ним делать? Но я же не на пустом месте начал подозревать. Наша семья уже столько всего сфальсифицировала. Я рад, друг мой, что ты записываешь себя в ряды нашей семейки.
Тебе напомнить, кто у нас главный криминальный мегабосс? Это понятно, Алла Владимировна. Ты? Это была твоя идея со Смирновым? Ты с ним договаривался? И это ты убедил меня подтасовать результаты экспертизы. Всего ДНК. Про то, как вы с моей невесткой труп вместе прятали, я вообще молчу. Так я просто хотел помочь. Лучше помоги сейчас. Успокой родителей Зои, им и так досталось. Если они хотят, могут сделать повторное вскрытие. Но я тебе гарантирую, результат будет тот же. Извини за прямоту, но твоя жена в конечном итоге умерла из-за собственной глупости. Нельзя было так бесконтрольно принимать гормональные препараты. Я знаю, я и сам об этом говорил. Но она не хотела слушать. Это ее изгубило. Моей жены сейчас нет, но вы вполне можете поговорить со мной. Пойдемте в кабинет. Проходите, присаживайтесь. Так о чем, собственно, пойдет речь? О, возможно, нездоровом интересе вашей жены к моей семье. Интригует. И как это проявляется? В ряде очень неприятных моментов. Дело в том, что я дочь Виктора Ивлева. Вам же известна эта фамилия? Ну, скажем так, я ее слышал. А при чем здесь моя жена сейчас? Столько лет прошло. Да, но совсем недавно были найдены останки моего отца. Он был убит более 20 лет назад. И я не хочу копаться в прошлом, узнавать, кто это сделал и почему. Меня больше интересует настоящее. Дело в том, что у меня есть подозрение, что некая женщина из прошлого моего отца вбила себе в голову, что его убила именно моя мать. И теперь она активно мстит нашей семье. Сейчас она увезла из больницы мою младшую сестру, на которую до этого было совершено жестокое нападение, заказное. Стоп, подождите, подождите. И вы полагаете, что за всем этим стоит моя Лариса? Но это невозможно. Видите ли, моя жена, как бы это помягче сказать, она дура, полная дура. А для того, чтобы сделать все эти вещи, о которых вы говорите, нужны мозги. Их у Ларисы нет. Я бы все равно хотела с ней поговорить. Я понимаю, вы человек публичный, вам вся эта шумиха в прессе не нужна. И поэтому пока я бы хотела решить это дело по-тихому. Я вас услышал. А давайте, знаете, как сделаем? Я сам поговорю со своей супругой. И если Лариса хоть каким-то образом замешана в этом деле, то я... Вы не могли бы оставить мне свой телефончик? У меня нет визитки, но я вам продиктую. Так? Ну что, удалось поговорить? Только с ее мужем. И что думаешь? А я не знаю, двойственное впечатление, знаешь. Если это все-таки она, то она действует за его спиной. Он вообще ничего не знает. Считают ее дурой, а зря. Почему зря? А потому что, Федя, в таких особняках дуры не живут. Это среда обитания продуманных стерв, которые скрывают свою сущность и прогибаются под мужиками. Подруга, порой ты меня пугаешь своими теоретическими выкладками. Не умничай, поехали. А двери-то закрыть надо? Ничего не хочешь мне объяснить? Батюшка, ну говорят же, бес вселился. Ну, наверное, это про меня. Я, может, есть какой-то обряд очищения? Ну, жизнь — это не мистический сериал, сын мой.
Здесь заклинания не работают. За свои поступки отвечать требуется. Но я не помню своих поступков. У меня никогда не было провала в памяти. Я не алкоголик и не наркоман. Но я употреблял травку, но пару раз. А разве травка? Это не наркотик? А? Наркотик. А. Ну что делать? Понимаете, я не тюрьмы боюсь. Я уже сам себя боюсь. Вдруг я еще кого-нибудь убью и даже не пойму этого. Если бы вы только знали, как я сейчас раскаиваюсь из-за того, что Верку не слушал. Она же столько раз мне обо всем этом говорила. Ну, прошлое не вернешь. Главное, свои ошибки осознать надо. И искренне раскаяться. Ну, а толку-то? Я ничего не могу исправить. Можешь свое будущее, свою душу. Но разве этого мало? Ну, а Соню этим не воскресить? Соню нет. А тебя да. Мой тебе совет. Доверься Богу. Доверься. Он лучше знает, что делает. А почему Бог тогда меня не остановил? Ну разве ты просил его об этом? Нет. Зато сейчас прошу. Боже, пусть этот кошмар наконец закончится. Так и будет. Вот увидишь, Бог все расставит на свои места. Максим! Максим, прошу! Я не имею отношения к этому! Эта чокнутая оболгала меня! Молись, чтобы это так и было, иначе я тебя живьем закопаю! Мне прошлого позора хватило! Я тебя, сволочь, простил, а ты... Зачем мне лезть в эту семью? Потому что ты шизанутая циклоидная дура! Ты думаешь, я не знаю, как ты по этому кобелю сохла? А он тебя бортанул! Видать, сразу понял, что ты как рыба прилипала со своей никому не нужной любовью! Да я бы никогда дурой молодой была! Я тебя люблю! Учти... Узнаю, что девчонка правду говорила. Вслед за любовником пойдешь. Идиот. Ну, с Богом, сын мой. Я к тебе еще приду. Отец Николай. Да? Помолитесь за меня и за нашу семью, пожалуйста. Обязательно помолюсь. Да, чуть не забыл. Я хотел тебя спросить. А как твоя жена на твой арест отреагировала? Ну, неужели она не видела, что ты домой пришел в окровавленной футболке? Ну, видела. Это Аврора... Футболку в корзину для белья я кинула. Я просто пьяный был, никакой. И тебе это не показалось странным? Ну, ее столь такая спокойная реакция. Муж приходит домой в таком пьяном виде, а она просто отбрасывает его одежду в корзину для стирки. Послушай, ну да, я был дураком, что заподозрил тебя, но меня же тоже можно понять. Нет, тебя нельзя понять, Вася. Если нет доверия, нет дружбы, то нет ничего. Вер, зачем ты сразу впадаешь в крайности? Слушай, все, я устала, я спать хочу, иди домой. Я пойду. Но имей в виду, что я тоже могу обидеться. Ты еще сама будешь бегать за мной. В твоих мечтах. Марина, принесите, пожалуйста, вашей хозяйке успокоительное, а то она совсем с катушек съехала. Как скажете. Алло. Вы просили сообщить, когда она пойдет спать.
Дорогой, я принесла твой вечерний чай. Я уж думал, не дождусь. Беспокойство. Василий просил вам успокоительный чай принести. Василий? Ну да. Я с ним согласна. Вы весь день на нервах, вам не помешает. Ну ты тогда на тумбочку поставь, ладно? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Замечательно. Значит так, выжди немного, а дальше действуем по плану. Ну что, Лидочка, ты все помнишь, Лидушка? Да, я поняла. Вот тебе пакет. Зайдешь сразу в туалет, переоденешься. Постарайся пройти незамеченный. Ты помнишь, что надо делать? Помню. Надо наказать ее, девочка. За папу, за Гошу, за тебя, в конце концов. Иди. Алло, Марина, как дела? Она готова? А
Алло. Да. По-моему, она готова. Просыпаемся. Эй. Доброе утро. Давай. Вот так, вот так. Давай, 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 давай. До дна. Молодец. Ну, здравствуй, Верочка. Вот и свиделись. Ты оказалась гораздо умнее, чем я думала. На беду свою, я, может быть, и не тронула бы тебя. Витенька очень любил свою дочку Верочку. Часто рассказывала тебе. Но ты усложнила мою жизнь. И ответишь за это вместе со всеми. Кто вы? Я? Смерть. Твоя и твоей семьи. Вы всем не ответите за смерть моего Витеньки. За самую главную любовь моей жизни, мою радость. Отняли его у меня. Вы ошибаетесь. Это ты ошибаешься. Если думаешь, что смерть любимого человека окажется безнаказанной. Я гениально все распланировала. Я подставила твоего брата, дурачка. Его сегодня прирежут в тюрьме. Никого этот идиот не убивал. Я сломала твою бесхарактерную сестру Лидочку. Как она кричала, когда над ней забавлялись мои мальчики. И младшенькая тоже ответит вместе со всеми. Ты вправду поверила в медовый месяц? М? Катюша сегодня покончит жизнь самоубийством, ей помогут. Но мы же не скажем никому, правда? А вот самый большой сюрприз ждет твою мамочку. Я даже немного ей завидую, она сегодня встретится с вашим отцом, но как? А что до тебя? Встретишь Витю, передавай привет. Добрый вечер. Привет. А, извините, а вы куда? К Вере. Я думаю... Вера спит. Не нужно ее будить. И она сама просила оставить ее в покое. Мало ли что она просила. Пусть лучше научится отвечать на звонки. И зачем ты такая? У меня со слухом все хорошо. Ты людей разбудишь. Разве я ору? Орешь? Сходи в голову. Ну, я думаю, не стоит так к ней врываться. Вера, возможно, не одета. Мариночка, что я там не видел? Вера, Верка, ты что разлеглась? Опять перебрала? Вера? Вера! Вера! Лариса, я с вами. Еще чего, останешься здесь. Но они же меня заподозрят, это я ей чай принесла. Скажешь, что оставила чашку на 5 минут. Мало ли кто мог подсыпать. Исчезнешь, все на тебя подумают. Вера! Марина! Марина! Черт, когда нужна, не дозовешься. Вера! 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 Она хотела меня убить. Не понял?